Captain's Deck. Четвертый сезон «Хонтур» представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур «Хонгарена.ру». Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Никита, ник Никитон. Сейчас мы будем смотреть групповую стадию четвертого цикла Хонтура СНГ. Команда Мека в своем обновленном составе против обновленного состава команды Котов. Началась фаза пика. Сейчас ко мне присоединятся два моих сокастера. Это Егор Амораль Мразь и Like Me Костя. Алло. Так, это кто, Костя? Ты в эфире. Можешь передавать привет. Да, передаю привет моим друзьям по интернету Данияру. Все, хватит. Значит, команда Мек забанила Wild Soul, ответили Казандар Дедлифтом и Мидасом. И подбанили Магмуса Мека. Был пикнут все с пиком Бегемот, но в ответку был пикнут Паразит. Егор у нас куда-то пропал. Можешь, походу, зайти. Можешь переапать. А, Луна. Ну, пока ничего не понятно, что собираются делать. И та, и другая команда. Может, манапчик будет. Сейчас еще раз добавлю. Алло. Алло, да, привет. Алло, привет, Егор. Можешь поздороваться, ты в эфире. Да-да, привет всем. Сейчас, возможно, тоже будет писать. Ну, на третьем пике будет понятно приблизительно, что будет происходить, пока это непонятно. Может, Бегемот суицид? Может быть, это суппорт от Мурена? На Бегемоте очень часто такое... Что наблюдать? Лодстоун. Угу. Естественно, увидим мы когда-нибудь Нитро. А, компетитив. Да, ну Индия его берут. Угу. Дисбалансный, конечно, гер. В принципе, лоуд хороший, хардлайнер, тяжело его выгнать, у него прирост силы очень большой, там 3-2 вроде. Да. Жирная машина с большим бёрстом. Это может быть рассаппорт. Может быть, заманапит что-нибудь. Тут блинкер. Ну это и суппорт, и мид может быть. Как сейчас знать. Могут как. ТДЛ-ку, в принципе, взять. Ну там контроля очень много. У тебя ТДЛ-ка, да, бегемот будет отъезжать или уйдет оттуда сразу, если это харда.
Зачем вставать даже задет хорошо против бегемота? Обычно КТ это и брали. Ну вот, говорил. Угу, банят им пасочку. А, Санда, ну сейчас ЦРК будет в бане. От команды Кэтс по-любому. Я уверен. Если не забанят, скорее всего, они возьмут. Не, они не возьмут. Начнем с того, что у Мики нет игрока на Церсее, ну, опытного, раз. И, во-вторых, ну, посмотри на пик, как бы, да, тогда они все просто палят, у них получается Церсея плюс Алуна, ну, и какой-то керри, ну, не знаю. Как нет, бы... коты могут взять керри. Коты, кстати, да, сами могут взять и на суппорта. То есть, смотри, как они могут сделать. Сейчас вот Мека 3 бана потратит, если они не банят Церсею, да, то коты могут просто что-то другое забанить и сами ее взять на суппорты за, скажем, засекьюрить свою Санду. И плюс, в принципе, комбинация, если Санда будет на фрифарме, вот эта иллюзия с моком, это очень геморройно. И бегемот, тем более, ничего не сделает, он на линии. Ну да, бегемот и ЦРК выгонит спокойно. Что-то мне прям так кажется, что это коты и замыслили. Что Казандар, насколько я знаю, он не дурак, он никогда не будет брать Сандрейв и как бы кому-то отдавать цирку. Но возьмут или нет этот Мека? Если не возьмут, то я, наверное, 90% уверен, что сразу, да, тут, что коты. Мне кажется, не зайдет. В смысле не зайдет? ЦРК всегда заходит против Сандрейва. Это лучший герой, наверное, против Санды. Хеллбрингера можно мид поставить. Да, Хеллбрингер, мид, два суппорта, бегемот харда и хардкерри какой-то. Не знаю, там Кланксы маленькие. Возьмет, иначе бы они ее банили. Ну как бы они очень... А если они сейчас ее не берут, они очень рискуют. Это жесть. Они не... Все-таки, да, берут они ее. Забайчено. Ну как забайчено? Тут либо брать, либо ты отдаешь, и у тебя огромнейшие проблемы. Можно было забанить для вероятности. Ну можно бы. Спидман посчитал так. Ну все, главное, чтобы они отыграли хорошо. Опа! Виндикатор. Ну это как вот это, прервать вот это вот все. Да-да-да, ульту. Ну я, кстати, недавно против бичей еще. Да, бичи тоже. Бичи тоже самое делали. Да, ну, как сказать, если Мурен догадается, он купит линку и спасется от этой фигни. Там Вы... пишет, что только тебя слышно. Только меня слышно? Серьезно? А почему вас не слышно? Может быть, только тролл? У нас силочка подъехала. А почему только меня слышно, я не понял. Послушай. Послушайте, ну вроде как, я не знаю, не... в тот раз сокастил, все нормально было. Как бы просто скайп включаешь и все слышно. Не слышно вас? Да не, вроде слышно. Погромче сделать? Слабо слышно, да? Да, вроде нормально, не знаю, что-нибудь. Сейчас скажи что-нибудь, мразь. Да, что? Ну, слышно вас. Еще раз. Все, окей, да. Что все логинятся? Там у чатов поспрашивать, потому что, не знаю, вроде все нормально. Бегемот, Алуна, ЦРК. Что это? Хеллбрингер, Силуэт. Ну, что я могу сказать? В принципе, и там отличные пики. Виндикатор спокойно выгонит бегемота, да, то есть, ну, не за... Бегемот вообще очень тяжело будет всю игру. Да, как бы и Санда, и Сайленс, Глобу. И на мид не прийти, там Бабблс. Да, вообще будет безлавно. Ну, если только влезать. Сейчас я попробую кое-что делать. Опс.
А, бегемот топорик купил. Вот так вот. Он думает, что нет, а? А, они до блу пошли на харду. Бля, секунду. Угу. Бегемот плюс ЦРК? Нет, знаешь, что может быть это? Может быть, Морж качнет второй спелл, и иллюзии как-то линию поводит бегемота, но это, блин, так манозатратно и вообще нет. Бегемот топорик купил, я не думал, что он просто так думает, что вот он будет фармить. Не, ну в принципе, Морж может подойти к верхней руне, сделать иллюзии, как варбист, отвести. Но дело в том, что 15 секунд на иллюзии, ну. Может быть, так хотят. Да или лучше вот... с тобой уж тогда, третий вкачать и пойти. И газ у нас, значит, на лоудстоуне уже сныкался, хилочек у него много, все у него будет хорошо. Ну, мне бегемот... силуэт там нет, не умрет от него на 6-м левеле. Зря мне посоляет, мне кажется, я одну. Вардики уже расставили. Ну что, начинается побоище. Ну, Bubbles должен проигрывать, по идее, Hellbringer'у на миде. Как бы два суппорта идут, идут, идут. Морж. Морж блочит часть леса и снимает вард. Отлично. Ну а там что там? Паразиту не очень играет роль. Сетспот. И лоудстоун раз на раз силкой. А, это трипла. Господи. Я не говорил. Да. Ну так-то на самом деле... Фиссура, первый спелл цирки и палка, в принципе, убивать будут. Это же Санда, она не может ничем ответить. Она, кстати, сейчас рискует отдаться. Да, очень. Да, Морж просто, партизан, и не видит его. Не видит. Ну, по идее, на варде ты видел, как зашел в лес? Халдит Сендрейв. Так, ну, мне кажется, самое интересное будет. Винди смещается в даблу против силуэтки. Но они хотят просто но он, да, он просто понимает, что если он будет стоять на топе, он ничего не сделает, просто будет подставлять свою задницу под киллы. А Санда стоит себе спокойно. В принципе, лоудстоун Виндикатор на левеле так третьем могут про хорошую силку забирать за счет палки. Но сейчас силка подставится, если, то они убьют ее. Нет, она знает, что... Была инфа, то, что Виндикатора нет. Угу. А Виникатор у нас что? А, дизарм этот качнул первый. Так, ну... Отводит крипу. Морж пакостит, делает одинарные пулы, чем сам вытаскивает линию на себя, чтобы Санда не получала вообще ничего. Снизу въезд в силку. Неплохо ее прогрели, но Винди было тоже больно. Мид пока... Ну, почти ровненько, чуть-чуть Федя выигрывает FL Snow. Банка вообще не рядом ни у кого. Спидман против двоих, Санда прожи против двоих. Значит, Куман. Ой-ой-ой, подходит паразит. Внизу ганг на Спидмана. Винди есть Сайленс, далеко заходит Спидман. И умрет Спидман сейчас. Идет до конца. Промазал лотосами. И это ФБ для команды Кэтс. Он не уйдет. Для Виндикатора ФБ. Далековато он зашел, ну, не знал он о третьем человеке, который подходит сзади. Это был Мор. Ой, это был серый кардинал. Бабблс умирает. ЦРК. А как так получилось? Фира и первый спел, да? В инвиз пришла, в инвиз. Руна была. Так, сверху под фарм. Бегемот 300 ГПМ, ну... Ну, как бы, даже если у бегемота будет ГПМ врываться, ты либо первый врываешься, либо вообще не ворвешься. Ну, да. Спидмана в линию прям... Сейчас, на низ помочь, Паш. Опять ганг, скелет, связал, мимо дрель и уходит Спидман. No. Все равно 180 ГПМ, одна смерть. No, Морж, у тебя нет инвиза, тебе не лезет. Санды хоть и нет смерти, но я все... А Санда, дело в том, что она на ассистах все-таки что-то свое получит, мне кажется. Если она не умирает, это уже хорошо, поскольку линия у нее довольно сложная. Хоть Спидман умер, у нее все-таки фарм побольше.
Можешь агрессировать. Виндикатор-то без ботин... А, с ботинком. Мимо. И уходит Виндикатор. Хорошо блочит Морж Кэмп. Пытался Никита МПС стакать для своего паразита, но нет. Пауза. Ну, как бы... Тут непонятно, кстати. И у тех хороший очень пик. То есть и камбэк и у тех возможен, да? Бегемот, ЦРК, Хеллбрингер, все, да? Как бы и у вас, у команды Кэтс то же самое. То есть все от исполнения будет зависеть. Летел у нас Куман. Куман, кстати, если отлетает, у него надолго, насколько я знаю, нет? Да. Он может вернуться вообще. Бывает. Бывает такое. Как бы что, мид за мекой, бот за котами и топ за мекой. Пока так. Ну, по денежкам ровно, экспа чуть-чуть впереди за командой Кэт за счет лесничка. Ну, бегемот может много сделать в игре. Ну да, быстрый ПК. Пошел гангать. Бёрстом. СВ в этой игре ничего не сделает, то это... За мекой, скорее всего, будет. Чекните там стрим, нормально вас слышно? Я вроде усилил скайп, пишут, нет? Пишут, что нет. Нет? А, ты сам запускал стрим, нормально слышно? Более-менее, я слышу меня на максимум. Сколько с индекс этих крипов? 4 крипа? Ну да, тяжелая жизнь. Топориком там набивал. Ну, они просто как бы понимали то, что с инда на фрифарме у них огроменные проблемы. То есть суппорты будут умирать, Хеллбрингер будет умирать, бегемон. Ну, такие герои, которые не уйдут просто от нее. Правильно сделали. Let's get it on. О, погнали. Ага. Это... Ой, а, бегемот, но... бегемот ошибся. Норм, армейстер отходит. Сейчас... Нет, СВ уходит. Пытался Луна маншотнуть палочкой, но... Кто у лоуда неплохой ГП, очень. Ну, за счет... Да. Насилка напрягает сильно, все-таки паразит Винди туда-сюда бегает. Так-то и убивать будут, лоуд спокойно ее раскастует. На шестой левел будет, то есть палка поставит, силка просто не уйдет, дрель, до свидания. Хотели на миди Хеллбрингера принять. Ну, он с ДД, как бы пятый левел, не так просто. Там одна ошибка, он на развороте убьет. И шестой левел получает. Морж сейчас запалит паразита. Нет, пока он его не видит. Вайлдхантер берет серый кардинал у нас. И движется бить. Врыв, палка, хэдсмэш. Дается сейф ТП, но поздно и отменяет его. А там уже ничего не сделали. Подходит Морж. Морж без инвиза. Интересно, знает об этом коты? Я думаю, если бы знали, вылез бы Шила из своего
Wild Hunter замедлил бы, и Никита Импас бы продолжил. Но они думают все-таки на третьем левеле у него есть инвиз. Ну, Сова ушел на бот фармить. Мне кажется, бегемот оставили бы. Ой-ой-ой, Федя в Солянова забирает Казандара. Ну как-то Спидман дохнет, надо что-то делать с этим. Ну, все-таки ставочка идет сейчас на артмейстера. Что он фармит и должен внести свою. Будет плеймейкером у Мики. Спидман уходит в лес. Мне кажется, это правильное решение. А цирка пусть стоит снизу, получает экспу, которая ей очень нужна. И все. Сместились, Баблс приходит на топ. Решили, пусть лучше он тебе. У меня Санда смещается на низ. Перестановочки. Нет, правильно делал. СВ. Шестой взял. А, инвиз на лоудстоуне. А, заходит он на цирку. И... Уйна без инвиза, и Морж сейчас сможет умереть. Если они знают, что они догадаются. Смотри, какие майнд геймс от Моржа. Просто. А, спалили паразита. Так. Неплохо, неплохо. Ну а Луна зря стоит на топе очень. Чему зря? Баблс споку... Плохо. Нет, в смысле не убьют. Они могут его прогревать, хил-то у него мало и все. Ну уже да. Ну, да, с фиссура палка, пол столба. Фиссура палка, пол столба. То есть вот сейчас будет фиссура палка. Ой-ой-ой, цирка. Вот этот фактор, то, что они думают, что у Маржа нет, есть инвиз, они из-за этого на него не нападают. Ну вот, сейчас уже инвиз вот есть. Сейчас есть хитрый морж. Ульта лоудстоуна заряжается, и это смерть. Даже двоих, отлично. Нет. Две ТПшки увидели, так бы, я думаю, продолжили. А Луна без маны. Спидман умер. А где Спидман умер? Сандайву? А, о, господи, да. Да, боже. Умирает Морж. Дайвит за Алуной. В 4 игрока команд Кэтс убивает Алуну. И по идее сейчас должна падать вышка. Я думаю, они отведут там крипов. Все-таки преимущество. Виндикатор умирает уже. Спасите, спасите Никиту! Лоуд! Спасти... Беги. И убивает Санду. 400 голды, неплохо так-то. Ну, 200 кпм, это... Для 8 минут такое себе. Мне кажется, Феде надо притащить себе ТПшку, но просто серьезно, ему надо подключаться к таким дайвам, он... Так, Мальфас, фиссура мимо! И Федя может умереть. Нет, нет. Если бы разорвал, то умер бы. Косты появились на силуэтке и стимы на Хеллбрингере. Пушат Митани. Ну да, там где-то по лесу бегает за Хеллбрингером паразит, попытался раскасты убить, но не хватает. Бегемот. Ой-ой-ой, ошибается. Чё, серый кардинал, но при этом ошибся Артур. Не, Артур просто думал, он побежит прямо, Шило что-то назад вернулся, не ожидали этого. Бегут за, как там, Альфа-Волком. И драка на реке, убирает паразит, и отходит команда Кэтс. Лоудстоун. Ульта есть? Есть ульта, ждет. Так-то он ваншотнет силку. Нужно было, мне кажется, продолжать. Ну, это рискованно. Ну да, там подходили двое. У бегемота скоро ПК уже. 100 монет, 150. Угу. У Виндикатора чуть-чуть до 6-го. Скоро появится ультимейт. Думаю, будет решающий фактор в тимфайтах. Ой, почти Баблса убили. Меня просит ХП поставить, поставил. Забываю об этом. ДДшечка снизу. Пегас уже начинает выходить. Все, у него есть стимы, батарейка. То есть монопул у него есть, выходит в ПК. Зачем дрель Пегас максит? Непонятно, ну ладно.
ПК на бегемоте, и я думаю, сейчас ему должен кто-нибудь грибочек купить и пойти реализовывать на Сенде на топе. Или в миде где-то. Идет драка за варды. Дизарм. Нет. Успевает снять желтенький вардик. Ну куда на второй сокастер пропал? Лайк? Ну да, молчит что-то. Ты пропал. Ну идут все-таки на сцену Рейма на топе. В гребене. Уходит. Почуял. Смещается уже Виндикатор туда. Да тут что-то скучно пока нет, Шончик. Файты нужны. Ну, файты с ультимейтами будут. Сейчас может на топе быть. Хотят, наверное, Алуну убить, но... Ну, да, как бы, да, их, наверное, смущает. Их, наверное, смущает, что Алуна без ботинка и спидман умирает в лесу. Отличный вард. Прыжок, фиссура. Стан. Палки нету. И уходит, уходит Сенда. И в ответку забирает двоих. Ой, тычка прям одна. Как же кум отмансит? Ну и сейф ТП. 4 ТПшки на то. На, ответили сразу коты. Да, и реализация ПК просто провалилась. Ну, даже смотрю, не добили. Алонь надо было сразу палку кидать, как бы. Хасту забирает Лодстоун и начинает ковырять Элбрингера. Хаста неуязвимости. Подходит Мальфас по двоим, отличный фир по двоим. Умирает Лодстоун. Хорошо, Федя забайтил, команда стянулась, Вижена не было у котов. На ХГ. Федя 10 левел. Да, 1-0-2, 325 ГПМ. Да, и это... Господа зрители, увидели какие-то хорошие, классные моменты, там, потные, отправляйте там, не помню, как, какая там ссылочка, и не забывайте голосовать за игры групповой стадии, потом финальной. А, идет агрессия по Сандрееву, сразу две ТПшки. Отыграли золото за одну вышку. Все, кстати, помимо того, что Виндикатор хороший герой против цирки, он еще и силуэтку неплохо будет. То есть Сенда ультует, сбивает линку с Салой, и силка просто ничего не сделает. Въезжает в Мурена, а Луна умирает. Ну, что пока не реализовывается на бегемоте. Хоть ранее, лимиты прошло. Сейчас у него 10 секунд КД, он еще разок попробует. Ну, смотрев на боте, один. Подходит. Винди морковку купил. Это на что морковка-то? Энерджайзер? Или что это будет? Астрал? Нет. Ну такое. Энерджайзер, наверное, все-таки. Я не знаю. Ну больше нечего. Может быть, он просто забыл, что толкал. Да я думаю, вряд ли. Стоун пока добивает свой. Ну все, у Меки плохо. Два героя по 120-150 ГПМ. Силка, конечно, 290 ГПМ с четырьмя смертями. Это не то, что хотелось. Ну... Сенда 3-1. Фармят аншейд дружненько. И... Мне кажется, коты просто уверены в своем лейте, что они посильнее будут. И в миддлгейме вот... Это Сенда плюс... Винди, как бы Винди просто вырубит из файта Церсею, ну, Цирку, которая должна как бы контроль быть в Сенде. Ну, как бы, да, дается Silence, и просто команда Мека ничего сделать не может. То есть Бегемот Шранкин не будет делать, суппорты тоже, Хеллбрингер тоже, как бы, и все, скиллы ты не дашь. Скаутит сейчас, Алуна должна дать инфу, то, что она сейчас башкой ударилась. Что-то невидимое. И Bubbles. Сенда продолжает. Минус спидман. И Алуну. Алуну. Хеллбрингер. Сайленс отличный.
Бегемот прыгнул, ничего сделать. Сбивает Бабблса. Санду будут. Мальфасом накрывают. Фиссура. ПК через 4 секунды, я думаю, Артмейстер будет идти. Да-да-да, должны. Ой-ой-ой. Эффект песка закончился, к сожалению, на Кумане. Он хотел, я так понимаю, в деревьях спрятаться. Но его бы все равно спалили. Там палки и так далее. Для Мейки. Да, вроде бы Спидмана убили, но потеряли своего керри и мидера. Два кругероя на одного. Лодстоун, ульта с ПК. Ой-ой-ой. Минус 40. Отличная инициация от Артмейстера. Будет ли продолжение? Нет. Нет. Идет за Глебом. Не убьет он его там. Возвращаемся. Алуна умирает. Винди в ответку забирает у нас Алуну. И... Ну, как бы, этот замес за котами. Хоть и Артур отлично ворвался, но спидман не получается. Федя далековато был, чуть-чуть он не дотягивал со своим эфиром, так бы он сразу с чейнстан и продолжил. Вентикатор зеленку купил все-таки. Странное решение. А против кого? Не знаю, может силка, силуэт. Чтобы... Силка. Ну, Венди главное как можно дольше пожить в файте и больше накидать своих сполов и все. А, пазлы появляются на паразите. Красная полетела. Заскаутила сейчас, по идее, ТП-шку Бабблса, если заметили. И идет атака на цирку. Нет? Нет, не будет. Сэнда почти уже Sword of High уже купила. То есть просто великолепно у нее все. Чуть-чуть не по таймингу, конечно, будет, но она стояла против... Сначала триплы, потом даблы. Тяжело было. Да. Ну просто Сэнда с моком это не силка с линкой. Да. Не позавидуешь Алуне сразу же, Бегемоту. Бегемот там вообще. Ну Бегемот линку. Ну Бегемот линку, да, супер. Ну не знаю, поможет ему это или нет, потому что Виндикатор. Ну как бы может Виндикатор первый нажать. Ну, линка все равно ему нужна против одного из этих ультимейтов. ПК на Бабблсе появляется, а Луна выходит в толкалку. И большая батарейка, так. Стунь снизу никто не берет, но пока стоят, ждут. Пока кто-то ошибется и Сэнда с каким-нибудь плюсом убьет кого-нибудь. Ну я бы сказал, коты сейчас нам впереди, скажем так, намного. Все-таки с моком будут огроменные проблемы. Начнутся смерти суппортов и просадка по вижену. Линка на силуэтке и... Что там у бегемота? Бегемот. Сустейнер вроде купил. Ага. 1200 им остается до линки. Бабл все-таки хосту подобрал. Все, пассивненько стоят. Деф-варды стоят. Всех... Экшончик на боте будет. Ну, видят на варде сейчас Виндикатора. Идут втроем. Артмейстера есть ТП, если что. Хелбрингера тоже идет ТП. О, 2 ТП. Сразу фокусит Виндикатора. Отличный Мальфас от FL снова. Минус. А вот зачем ему. Ну да, станы все потратили. Ну. Заденаили вышку и убили Бабблса. Нормально. Сэнда почти мог. Остается ему там 200. Вторые пазлы. Вторые же, да, уже? Да. И это третий. А вторые. А, что Лоуд будет делать там? У него много вариантов. Ветра, толкалки. Мок появился. И сейчас будет экшен. Они знают, чем Мальфаса нет, в принципе, они могут подраться, но им надо не забывать о марже. Лоуд, ульта, сайленс, врыв.
И в иллюзии прыгает Глеб, ошибка, минус FL Snow. Дальше идут, бегемота заберут. Минус 4, выживает один спидман. Ну, несмотря на то, что Глеб ворвался не туда, на лоуде своем, или обманул его иллюзия, но все равно Global Silence, конечно, очень сильно решает. Вовремя нельзя дать свои нюки. Отличный, конечно, пик, виндикатор. И 8 интеллекта он уже наворовал. Так-то. Тут забирать Т2, есть баллиста, лоуд жирненький, бабл с фуловой. Ну, виндикатор палку поставит, если что. Ну, по идее, должна быть их вышка, или они проточат на пол хп и уйдут. Да, наверное, Frostwolf в следующем или геометра. Ну, как обычно. Или это будет через рефрешер, кстати. Ну, рефреш тоже неплохо зайдет уже. Ну, в принципе, у них сейчас такая опция. Просто Сэнда ультует, летит на, под сайленсом на цирку. Цирки нечем как бы уходить. Все пишут, что нас не слышно с порты. Серьезно? Опять все пишут? Да, может, троллинг какой-то. Ну, может, ты сам... Прошу далмага прекратить этот троллинг. Ну а ты сам запускал, все слышно, убивает моржа. У меня все на максимум, я сейчас слышу. Убили моржа, ходил стоун. Плохо, плохо, 5600 уже мека проигрывает, по голде 10 тысяч экспыш. Кошмар. Лоуд, выход в хекс. Подожди, или как там он теперь собирается? Не, он же не так собирается теперь. Да. Это... Хекс. Это что, это линка что ли? Фроствульф? Не, подожди, это Фроствульф, что ли? Ну, может быть, кстати. Возможно. На таких, как Ластон, ну, хорошо заходит. Ну, а кому там еще Гримор? Может, Греб Гримор собирать. Ну, скажите, Фроствульф. Ну да, больше нечего. Сжали Сертмейстер, да, фармил уже почти свою линку. И зажалась команда Мека, не могут они драться. Тяжеловато. Надо маржу побольше спамить иллюзии, отправлять на разведку куда-то в лес, подсвечивать, что происходит. Может быть даже под вышками оставлять, потому что не видно ТПшки, то есть чисто вижен в своем лесу. А с Сэндой и с ПК я на лоудстоуне на баблсе можно моментально где-то ваншотнуть. Серьезно? Почти, пожалуйста, мистер Кэт. Ну, силы забирают на лесу. Это минус. Что-то уже не верится в камбэк. Да, слишком сильно их прессует. А Луна идет, сейчас она умрет на развороте. Санда же может развернуться. Песочек сейчас будет, через секунду и... Нет, бегемот приходит и убивает Санду. На камбэксе будет вообще невероятно тяжело. Честно говоря, я на самом деле думаю, они не смогут камбэкнуть. Ну как-то артов не хватит. То есть корм ЦРК, корм Алуна будет для Сэнды, которая сейчас уплотнилась уже, да? И в геометру он выходит.
сделать что-нибудь, пожалуйста. Я не знаю чего, но я могу еще усиление в ВБС поставить. Не знаю, сейчас. Поставил. Да, маг жалуется. Да. Не могу сказать, как я отношусь к дамагу, не все равно. Так, ну, мека зажала, ждут следующих ультимейтов, и Виндикатор накопит свои заряды, чтобы 4-секундные салы опять пойдут. Какой-то план надо составить сейчас меке, чтобы куда-то вместе в пятером пойти первыми снести, но... Да Винди просто все обламывает, даже вот если нападешь и одна кнопка и до свидания, инициация. Бабос в Hellflower выходит. Все хорошо. Ну все под контролем у котов. Да, преимущество растет. И газ уже почти собрался. Осталось там 400 монет. О, индикатор нажал ульту. Это да. Просто зачем? Так? Просто так было или что-то? Ну, может, инку снять свой, хотели они. Наверное, и влететь не. Мека группируется на миде. Хотят файт, наверное. Все у них есть. Да, скади, кстати, почти уже у лоуда. Да, жирный он, конечно, вообще будет. И уйти от ульты. Подъехала. ДЛ паразит, наверное. Видит талонку. Боятся не взлетать. О, летает паразита. А да. Так-то рефрешек у Гринджера уже есть. Минус паразит. Ну, мне кажется, даже без паразита выиграют файт коты. Есть читалка Рингера. Две ульты. В принципе, им надо только Хеллбрингер. Ой, эфир по двоим. Можно было Малфус спускать, мне кажется. Нет, там Т2, Вижена нет. И как-то страшно. Ну, если дождутся пока, нахуй они отходят уже. Да, он уже работен. Не заеду я, конечно, моржу сейчас на цирке играть прям... Тяжело вот против вот этого Сендай Виндикатор, как правильно сделать все. То есть... Да, я не буду утонуть просто. Да? Я буду первый убивать просто и все. Либо первый убивать, либо ульта Сендай, а потом уже Сайленс. Ну, затишье. Ждут следующего файта. И... Ну, ждут, пока растянутся и на Сенде прилетят. Пока ничего не происходит. Блин, а вот стон это просто жесть. Почти 2500 хп.
Сейчас попробую. Да, люди жалуют. Ну, графики уменьшаются в пользу Мейки. Да, ГПМ, конечно, незавидный. Итак, Куман, что, Геометра сейчас уже появится, и потом Фрост Вулф, наверное, будет. Ну, как вариант. Ну, плотницам нужно, потому что там бегемот, если вдруг залетит. Так будет не очень. Ну, ему вообще, вряд ли БКБ хорошо зашло бы очень здесь. Ну да, БКБ тоже. Как вариант. Фарм. Бегемот рефрешер следующий, наверное, будет. Или может толкалка какая-нибудь. Не знаю. Силка в геометру. Ну, это понятно. А, в рефреш выходит виндикатор. Ну, скорее всего, да. Ну, да. Я думаю. Там нет особо ленту собирать. Ну, главное задача ультимейт дать хорошо и вовремя. Кирка собирает БКБ. Ну, тоже вариант, кстати. Лоуд это почти. Очень долго. Может быть, даже близкая к никогда. На фиксус как вышел паразит. Тяжело, конечно, мейки зажали. И пока ничего не могут предпринять. Может, ошибки ждут котов? Какие у них варианты как-то подловить, но не подставляются коты. У них вижен на топе есть, он какой хороший. Мид они контролируют. Они все фармят всю карту. Вообще, на всех трех лайнах есть вижен на заходы какие-то. Ну, если только прибав, попробовать увидеть через топ. Тоже, в принципе, фармит. Колда держит. Как было 5500, так и осталось. Сейчас, правда, все... Бабус в инвизе заходит в лес. Бегемот должен увидеть. Все. Да, и убьют, скорее всего. Сэнда подключится, и они убьют. Но линку нечем снять, Бабус. Виндикатор ульта. Винди ульта, Сэнда летит. Да. А вот, сняли, сняли. Свидание. И в топе. О, в топе. И не... Сэнда убила кирку. И начинает фокусить Сэнду, но она уйдет в кусты. Отличный Мальфас. Фиссура и убивает Сэнду. Ну, отличный размен керри на суппорта. Но все равно. Нет, лоуда не цепануть так просто. Пропушат топ они сейчас. Ну там ТПшки. Смотрите, атаку-то сейчас. Заходят, видят. Да, да, и сбивают пока вот стол. Хорошая ульта по двоим с чейнстана. Умирает виндикатор. Глаз можно еще забрать. Лоуд ульта, чтобы выжить, но он умрет. Он не успел костануть на ульту. Байбек СНД. И... Силка, иллюзию ведет, но... На свап. Да. Пропушки топы и уходили. Вышечка упадет. Ну, вообще они отыграли, на самом деле. Байбек СНД. Нормально. Камбэк хоть немного. Всего 20 левел. Но КПМ
Можно подходит. Могут пойти на топ-ап. Но они идут. Бегемот мимо. Творит. Бабл сцепляет бегемота. Сандаульт. Копирует цирка, но хп уже очень мало и ничего она не сделает. Сыпется сейчас мека. Спидман на развороте убивает Кумана. Мимо Винди промахи с первым спылом, но палка просто не прощает. Но он попытался застанить Бабблса. Но если бы он дал фиссуру, а потом прыгнул, то да, но я думаю, Бабблс бы среагировал тейкавером на топотушку от бегемота. И вообще такой мини-камбэк на самом деле. Ну как мини? Не отыгрывают преимущество, ну правда как спяник. Ну смотри, на сейчас того, что сейчас, я думаю, Не, ты немножко маленькие нюансы не видишь. Цирка сейчас продаст, может, свои арты, купит себе молот этот, да? Потихонечку приближается к БКБ. Въезд на миде, умирает Мурена очень быстро. Да. Бэк был, когда они Т1 спешили. Тиксана поразить. Рефреш там уже, наверное, скоро убивает индикатора. Дофармливает вам. Через 1000 монет, скорее всего, уже. Виндика... Это, Bubbles тоже выходит на фиксу. Скорее всего. Vision вообще пропал у команды Мека. Да и у котов тоже не особо. Ну как, один стоит на топе. Сейчас, наверное, закупится. Глаз минус Федя. Да. Как бы Вижена не будет, поскольку пазлы и гем. А почему была бы команда, могли забрать бы сейчас Сандуну мину. Да, ну сняли варды. Просвет был, но без Хеллбрингера не вряд ли что-то делать. Палку поставили, забирают Кангора. Нет, без Хеллбрингера они файт не выиграют. Шел песок. Ну отдавали лучше, только на Фиде сейчас опять. Хотят посмотреть, как убьют Кангора, почему нет. Имеют право. Ну и люди пускают Кирка. Кирка уже на пол хп просто. Она умрет от ульты с Андреева. И Кангор для команды Кэтс. Глобал. Ну да. Ничего они не могли сделать. Влететь некому, начать некому. Зато посмотрели. Дочь творит. Опять снимает варды. Не в того впрыгнул паразит. Бегемот, ой. Ульта. Продал и эхо слэм. Стан лок и минус паразит. Заигрался. И вард не доломал. Просишь, чтоб ты себя сделал потише немного. Нас он слышит. Сейчас слышит нас. Это просто файлы новые, у меня все настройки сбились. Ну, бегемот 1000, на что он выходить будет? Наверное, тоже БКБ нужно. Да, в принципе, КБ неплохим вариантом. Слишком много сейвортов. Ну, кирки осталось 1300 БКБ. Может быть, что-нибудь получится. Ну, если вот сейчас 2 БКБ будет, то да. Ну, бегемет осталось немного, а вот... А нет, индикатор только первая часть еще. Еще 1800 до рефреша. Нет,
Ну, с токеном сейчас будет, наверное, Шелбрейкер появляется на сетке первого левела. Да, по-моему. Он его продал. Да, продал он. Может, мисс? Ну, здесь БКБ нужен тоже, наверное. Потому что линка не очень спасает. Ну да, купил бы. Здесь тело я оставил бы. Ну, пока что на бэбэк он оставляет, да. Потому что он знает то, что не пойдет скоро. Там дым-тон токен еще. Уже надо бы идти. Там Т2 стоит на трех линиях. Ну дашь, либо Виндикатор, по-любому не успеет. Пошли фарк. Не, ну если только хиксу бабл сложно. Там есть, но там много еще, там много еще до хикса. Не, вряд ли. Так много он нафармил бы с 300 кпм. Ну, он с собой хилится, они уже идут. Ну и на рефреш ручился брейв, скорее всего. Не думаю, что это стало. И опять то же самое, врыв, бабл с ульта по луне, бегемот контраинициация, хиксует бегемота, бегемот сейчас отъедет, лоудстоун ульта, минус алуна, минус бегемот. Санда скопирована, происходит вакханалия, умирает мека. Сейчас умрет морш, его убьет паразит. Морш убивает, нет. Да, токен сработал на цирке. На последних секундах причем. И... Стопит, пытается стопить. Пытается, не получается. А почему спид он вниз побежал? Почему он не побежал бы сначала? Пытается... Так, ну, если он остановится, то он умрет. Там уже бегемот. Сбивай, сбивай! Ну нечем, нечем. Нет. Сбивать. Там мог... Я почему спид он побежал вниз? Ну должны не пушить. Т2. Хотя все живы там, три человека живы. Так-то рефреш на санрейве уже. Я сейчас не знаю, почему вас фигово слышно, а меня жесть как. А, вот это новые файлы. Пипец. Скажи что-нибудь еще раз. Кто? Именно. Да, что-то пишет ОБС, что вас фигово слышно. Ну не отыгрывают преимущество вообще никак. Fight the fight. А вот БКБ на кирке, а сейчас будет. Ловят кирку. В инвиз уходит. Она успела. ТП аут, но нет. Там гемы и пазлы, если что. Шранка появилась на кирке. Ну бегемот без выкупов теперь. Собрал посты. Так-то хикса скоро убабился уже очень. Там одна часть осталась. Что-то лутстоун купил второй сакрифешл стоун. Как раз камешек. Баблс уже есть он. Ну да, что-то там пойдет. Винка на хелбрингере, кстати. Да, давно уже было. Заход бегемота могут поймать, грип юзает. Лутстоун цепляет. Минус. Лук появился на... Global Silence. Лоудстоун рефреш резает сенда, еще одна ульта. Где кирка? Кирке не дали скопировать, она умирает на фонтане. Минус Алуна. Контраинициация от Хелбрингера. Коты просто давят. Хелбрингер пытается догнать Виндикатора, но он умрет за это. Нет. Минус 4. Один Федя остается против 4 игроков. Ломает гем, уходит Бабблс. Разворачиваются паразиты и пытаются убить. Заблудился на базе. Не допрыгивает толкалкой. Хелбрингер один против всех. Дает ульту. Фир по двоим. Дерется как лев. Убивает Сендрейва. Давай, двумя мальфасами. Убьет Бабблса. Айда Федя. Минус два. Хорошо, хорошо сыграл. Но это геноцид. Мека померла все вместе. Рефреш на Виндикаторе. Ну,
27 тысяч по XP проседают. Мека. Чалька. Ну, Гену про... Ой, этого... Как-то Маржата просто на фонтане прикончила Санда. Рейф. Не ожидал морж такого врыва. Ну, там и с рефрешем был, да. Печально. Возможно, Маржу стоит купить Астрал. Но, правда, у него Шранкин Хэт и... Печально будет. Не знаю, очень сложная ситуация. Мне кажется, сейчас купит он в рейф линку, то может быть что-нибудь еще получится. Хотя там же в иллюзию можно ультовать, да? Да. Да не очень. Убивает Артур с ультой, да, через ульту убивает у нас серого кардинала. Ой, бегемот рискует. Ой-ой-ой, на зеленочка. Станом не успели. Он забирает, все будет. Привет. Что, он подставился Казандар на миде, да? Да. По одному цепляет. Пока все бежали на бот, Паша убил на миде Баблс. Бегемот цепляет Санду, Лоуд отвечает дрелью, Спидман прыгает. Ульта от Лоудстоуна, рефрешер Санда. Цирканим. Бегемот умер. Погоня за Лоудстоуном. А, хорошо, уходит на ПК, ТП есть? Нет, уходит дрелью. ТП в КД. Ну, я думаю, продолжит, увидит его сейчас. Чего, чего бояться-то? Да он не боится, он просто не с... Бедный Глеб. Какой же он жирный. Ну там, да, ну, гормон. Так-то камбэкает мега. Да, вот по чуть-чуть. Вот, 3к голда не отыграли. Фил отправляется арты, а вот на Санврейве что-то. В принципе, экспа уже не особо так. Не можно. Вот БКБ из Сенсов, да? Литра на бегемоте. Такое еще. Потная 48-минутная игра, конечно. Тут за час по-любому. Да и дольше может быть так-то. Знаю, проголосовал за тебя в группе. Я тоже. Что-то вокруг Кангора и Кшончик. Ну, боятся уже заходить уже, коты туда. Угу. Ой-ой-ой. Цирка выходит в линку. Да-да-да. Стоит на базе уже. Ну, правильно, правильно. Под фонтаном. Только-только так против Санды играть. В такой стадии. Стоишь на фонтане, ждешь момент, планируешься. Не, он бы купил зеленку, мне кажется. В смысле, линки. И было бы что-то это. Линка уже не поможет, мне кажется. Там уже два рефреша. У Виндикатора, ну, Сенфрейва. Ну, помнишь, Лайк, like, недавно играли? Там еще Зевс с рефрешем был. Ну да, там, выкладывать линку, потерять. Ну да, надо продумать. Не, Морж может, я думаю, он сообразит, ну, да, не, да. Как сделать. Ты там тащил. Кангор появился, не знаю, будут драться, не будут. Цирка все разведывает иллюзиями. Что Спидман следующим купит? Аркон? Не думаю. Здесь БКБ, мне кажется, нужно, но... Он уже... Не, Паша не такой игрок.
Какой БКБ? Какой БКБ, вы чё? Нет, ну зря, мне кажется. Не зря. БКБ его не спасет. Нет, в смысле, зря собрал Дизоль. На 50 минут, ну, не знаю. Что ж с Кади? Да, с Кади, мне кажется, больше зашло бы. Врывы! Ну, в индикатору. Пушилить. Вообще, на самом деле, ЦРК и этот Силка могут крысить иллюзиями так-то, но сплит-пушить нехило, когда ну вот да, против, кстати, против такой фигни. В этой стадии. Ну вот он, твой гриб. Хватит фонить там. Снизу ждет Лоудстоун. Может Алуна, кстати, грохнуть. Вышка сейчас снизу упадет. Знает Мариана, интересно? Знает. Куда? Куда? Вот он уходит, боится. Нет, динай. Ничего, битва лейтгейма, кто кого? Не знаю, в раздумьях Федя или байбеки хочет оставить. Байбеки хочет, да. Может он травала купит и с байбеком будет прилетать, не знаю, на себя как-то байсить. Я пока не думаю, что байбек. ДД усят, силатку возьмет сейчас. Да, с хикса. Хиксу покупает он все-таки. Решат эти ванс. Шранка на поразителя мне показалось. Я не видел, что. Может быть, что следит он. Да, это БКБ, поразите. Витра на бегемоте. Четыре тысячи на Олдстоуне. Спидман с ДД начинает ковырять Кангора. Так-то видит коты-то, что он зашел. Хотя. А откуда он заходил? Он заходил по БТ. Ульта с МД. Так что. Нет, не видит они. Не видит. Мейстер забирает. Сэнду поймали! Хикса! Сэнду фокусит! Пабл с мясным ультой, мяснул всем. Будет ли байбек? Фокусит баблса. Феди есть хикса. Байбек сэнда. Последний байбек сэнды. Артмейстер умрет. Токен. А, Луна умирает. Нет, уходит Алуна на толкалке. Отлично. Индикатор сейчас сдох. Лоудстоун врыв. Минус. Федя. Ну, один F Snow на... Ну как бы да, один FL Snow на байбек Сэндрейва и токен на бегемоте. Да, да, да. Ну нормально. Убиваем Сэнду, выигрываем игру. Как бы так. Сейчас скоро ДНК уже будет. Тут по миду коты, знают, что нету двух мальфасов. Песочек. Да и самого мальфаса нет. А, ребра выходит. Наверное, все-таки Пегас надо было что-то типа ветров, толкалок, что-то такое собирать. Просто не столько важно, сколько в Пегасе армора, хп. Как бы, ну, задача-то ворваться. Может даже рефрешер купить на себя, я не знаю. Но просто нет смысла жирного лутстоуна. Ну будьте там Тараской, смысл-то героя не в этом. Хиксу тогда. Вряд ли кто-то просто увидя такого Пегаса будет фокусить его.
твоей стороны это Аура Армора для команды? Ну да, там типа Солдарикер. А Лун на Хиксу выходит или на Ветра там? Издалека. Хиксу, наверное. Узлы почти сломали варды, видят паразита. Ничего сделать не могут. И пауза. Надо перекурить. Сейчас катка. Готовы коты уже. Норм покурил. Сори. Китон, братух, тут? Китон! Да, тут я. Лоуд. Он ребрами палец, конечно, что в кустах стоит. Ну так-то преимущество есть, но решит все тимфайт, просто санда без байбека и... Нет, СВ зря, наверное, инвиз купил, потому что, ну, нечем Пашу бить, вообще нечем. Только прокастами. Ну, две фиксы еще есть. Даже труба, наверное, больше бы зашла. Ой... Кемпинг, Сандрейв, в инвизе бегемот. Подходит Хамбринджер. Так-то убивать будут они его? Ой, инвиз. Санду врыв. Развели его. Да. Ну, у них задача у Меки просто убить Санду. Нет двух культов у Виндикатора, нужно идти. Или сплитпушить, так, он да, будет. Как бы да, они-то ничего не потратили. То есть прямо сейчас грибы, поехали ловить санду. Да. Байбеки Бой, есть. Бегемот даже ульту не тратил. Чё, Т2 на топ собрать. Но они идут туда, собираются вроде. Да, сейчас спидму на щипа тянет. Прозит! Грибы на винника. Палит он сейчас спидмана. Инжура на Сандрейв. Чизга, мне кажется, Скади или Тараски очень не хватает на как бы Санде, если в нее ворвутся, как бы ей надо как-то пережить ветрами ее сейвить. Ничего нет. То есть, если Санду как-то цепанут, ее нечем спасать, кроме Global Silence. То есть ни ветров, ни толкалок, ничего нет. А там сейчас готов тоже две хиксы уже. Винди агрессивные варды ставят, пробежал на вражескую базу. И идут размениваться сторонами. Вот так-то мека намного быстрее спушит. Бабл сцепляет. Панул он. И бабл умирает. Есть у него байбек. Шива. Ни в кого ульта. В фиксе стоит Хеллбрингер. Сейчас должен... Не дают ему дать рассказ. Тенда бегает, фокусит. Входит меха. Бегемот, отличный врыв. После байбек умирает Бабблс. Еще один байбек от Бабблса. Пинка, еще одна ульта с Андреева. Уходит, а Луна сейчас умрет. Цирка. Морж копирует, но хп очень мало. Жми ВКВ, геометр. Морж, жми все что угодно. Ульта, морж. Не улетает.
бараки снесли. Там слишком много нажимает, поэтому не успел. Знаете, когда жмут два рефрешера, две санды, это вообще кошмар просто. Куча иллюзий, я не пойму, кто там кого бьет. Ну так, два барака на один. Да, Баблс, его цепанули, когда он цепанул ультой, да? Грохнули, он еще раз байбекнулся, ворвался, еще раз грохнули, еще раз байбекнулся. Ну так-то спидман не умер еще. Плюс фикса. Это да. Золотая силуэтка Гарены. 8000. Постывку покупает спидман. Ну, оставит, наверное, на байбеке. БКБ перекупил сандрейв. Мне кажется, все-таки сейчас мека впереди, вот, зная, что нету байбеков, но, как бы, основная цель. Сэнда, скажем так, с такими артами, ну, будем честно говорить, на 60-й минуте, но это не дамагер. No. Как бы, дамаг идет от мока, и то, что иллюзии бьют, но... Ну, ладно, Луну ты грохнешь, но артмейстер жирный, там, морж старается, там, выжить. Федя там со своими вампиризмами... Туда Хекс там как на инвокере катается. Туда сплы, рефрешер, Хекс, толкалка, туда-сюда. Дайте только мне расстав. Феде надо шранку купить. Да, да. Просто не получить Хекс, снять себе Global Silence. Ну, должен Фолснов это понимать. Даже нафиг байбек ему надо просто шранку купить. Он все четко раскастует. Посты. Но, увы. Не, ну посты тоже ему нужны. Ну, сейчас он сапог продаст, у него будет на БКБ. Может, он надумает. Ну, на бабеке оставляют, он хотят они тратить. Семь тысяч на Пашу, на спидмане. Да, ему нечего. Ну, сори. Но вместо ПК Генджуру купил бы. Как вариант. Но геометрики уже не нужны, мне кажется. Но хотят пушить. Не, геометрики нужны. Ну. Заходит в грибах Виндикатор, опять ставит агрессивные варды, но его... Еще он сейчас об иллюзию раскроет все цирки и видит Виндикатора. Никита бежит, ТПшки нет. Пазлы его прикрывают. Можешь маржу еще на байбек накопить. Продать нафиг. Ему челист не нужен, брейсер не нужен. Продавай, покупай постхейста, либо стой на фонтане, прилетай в файт, если не получилось. А, либо, ну, астрал, я не знаю, что. Рефрешер не получится. Цепляют лоудстоуна, накрывает мальфасом, ульта с сэндрейвом. Морж не может скопировать, Global Silence, но ульта еще есть. Убивают Хеллбрингера. А Луна уходит. Морж, БКБ. Моржа фокусит на базе. Ой. Уходит. Умирает Морж. Зря он подошел. Ошибка. Сэнду убить может? Могут ли убить? Добей. Он умирает Сэнда без байбека. Спидман. Спидман, байбека си Паша. Байбек Спидмана и Паша идет наказывать. Бегемот, отличная хаслэм. Дизарм не дает добить Бабблса. Хекс в паразита. Тан Лок умирает, Шила.
И Мека в пятером должны просто сейчас идти да, по миду, зная, что не будет санды. Ну, спидно делать ТП на топ. Ну, все там правильно. Байбеки, байбек. Как санды нет байбека, но они не задефают без санды. Нет ультимейтов у ее спидмана. Федя, как они неожиданно его поймали. Они были только вдвоем, не хватает. Ну, дефали. Ну, паразит тоже байбек сделал. То есть паразит, санда и бабус без байбека. 65 минут у нас уже идет катка, ну, как бы все тимфайт решит. Ну, сейчас тимфайт был более-менее. За Кангора будет тимфайт, санда. Хотя санда что на себе положит? Ей надо, но как бы ей все арты нужны. Может быть, кого-нибудь паразиту отдать. Вот отсутствие ветров, когда столько хиксов, это вообще решает. Надо Муренуса. Мурен может купить сейчас ветра. Нафиг тебе байбек не нужен. Продавай свою батарейку, покупай себе ветра. Твоя задача как-то спасти. Давай, Костя. То же самое надо Виндикатору. Виндикатору то же самое надо купить ветра. Ну, просто must have. Сделал байбек, он купил харконы. Харконы, шилбрейкер продал. Почти. Почти. Ну его сейчас вообще могли с хиксы. Глобал есть, и второй был на подходе. Вот это пот! Да. На новую составу. Ну да. Отличная, конечно, катуля. И заходят на Кангора коты. Кто возьмет токен? Идут. Артмейстер, давай. Продал. Глеб просто всех держит. Фикса. Кангор, баблс. Бананы у Виндикатора. Фиксы все потратили. Потрачен один Мальфас. Глобал. И сейчас будут Артура цеплять. Ран Артур, ну, вариантов нету. Артура нету, байбека. Мирайт бегает. Если сейчас Хеллбрингера цепанут, вообще все печально будет, у него не хватит денег на байбек. Там... Если Хеллбрингера будут убивать, ему надо продавать что-то, толкалку во время смерти. Отличная ульта по троим. Шива, фиксует у нас паразита. Вахханалия происходит, когда убегает. Спидмана фокусит, не может он уйти, его держит водоросли Бабблс. Очень больно бьет Спидмана. Лоудстоун прилетает, хэдсмэшник. Отлично. Выживает. Ты чё, куда Куман, блин, побежал? Он мог купить силуэтку, но он пошел бараки гнать. Ошибка от Кумана. Ну, забирает бараки. Бот забирается крипами. Одна сторона осталась. Моржа, моржа есть ульта. Да это не важно, даже если, ну как бы две стороны снесут. Байбеков нет, как бы геноциды решат все. То есть какой-то файт с огроменным перевесом. Это только групповой этап. А три байбека осталось с каждой стороны. Импал сейчас 5к. Ну, я думаю, Глеб сейчас купит хиксу все-таки, да? Или байбек, два байбек, или байбек будет. Пусть хейст и байбек, что-нибудь такое. Как бы шестислотовая санда против 600. Но силка-то еще может ПК на Кинжура поменять так-то. Я думаю, так бы он и сделал, если бы ему сейчас... А, байбека нет. Может, рапирку даже Паша купит. Ну, БКБ на Виндикаторе. Да, рефрешер. Астрал он продал свой. Понимаешь, что его фиксуют. Может быть еще и вариант Феде Фулсноу купить ПК.
Есть. Да, но пока байбек нужен, да. Просто шранка ему, мне кажется, горит все-таки. Но нужен байбек. Шранка на лоутсу. Да за нафига тебе шранка, Глеб, что за хрень? Это бред какой-то. Глеб у нас танчит. Не знаю, мне кажется, Глеб в MMORPG какой-то переиграл, там, мол, я танк, парни. Ну серьезно, ну что за бред? Ну, фикса какая-нибудь ветра, ну. Чушь какая-то. Не знаю, может, я что-то не понимаю в Лоудстоуне, но... Дефит. 70 минут у нас идет первая игра BO2 Мека против котов. Там уже вторая катка подходит. Там им, наверное, после этой игры помыться надо будет. Скорее всего. Моржа травела. Сплитит он иллюзиями. В принципе, да. На байбек у него нету. И выходит атака на моржа. Серый кардинал с Казендером. И умирает сырка. Очень быстро умирает. Нету байбека у нее. Да, и они идут в атаку. А бамбл сделал ТП. Погнали, отлично, ульта по троим. Винди прожимает рефрешер, второй глобал. Спидман в сайленсе. В силуэтке нет армора, силуэт умирает без байбека. Это, скорее всего, ГГ. Мека. Да, Малун тоже умирает. Гонится за Феди. Снова откидывается. Рефрешер мажет. Пытается, но... Минус 4, скорее всего, это, да, это ГГ. Глиф. Ну, отличная игра, конечно. Несмотря на то, что Мека отставала очень сильно, они все-таки огрызнулись. 1-0 в пользу команды Cats. Так, ну, спасибо, ребят, за заказ. Следующую игру будет комментировать Шеди. Всем пока. Да. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на Тур Хон Гарена.ру.